привет. Меня зовут Володя Лыков. Я руководитель студии детского шоу театра и кино «Белый пони». Вот. И сейчас мы работаем над такой штукой. Мы работаем над репертуаром. Репертуаром то, что будут ставить наши дети. Мы находимся в таком творческом поиске, потому что у наших детей уже достаточно хорошая подготовка. И сейчас мы готовим репертуар. Один из, ну, у нас будут некоторые постановки достаточно инновационные, а некоторые классические. Сейчас мы нашли в книгах стихи замечательные, которые дети должны рассказывать. Вот. И наша задача сейчас их набирать, то есть переводить из изображения в текстовый вид. И нам нужна в этом помощь. Друзья, если вы вдруг можете нам в этом помочь, пожалуйста, откликнитесь, потому что работа такая достаточно рутинная, но ее нужно необходимо выполнять для того, чтобы дети могли рассказывать хорошие, новые стихи украинских авторов. Вот, поэтому будем рады вашей помощи. Ищите меня в Фейсбуке. Всего хорошего!